Юрий Власов как-то сказал Арнольду Шварценеггеру: с твоими силовыми в тяжелой атлетике тебе ничего не светит, а вот в бодибилдинге можешь себя попробовать. Дело в том, что Железный Арни ярый поклонник Юрия Власова. Познакомились они в далеком 1961 году на соревнованиях за кулисами в Вене. Юрий Власов тогда поднял штангу 200 кг над головой, стал чемпионом мира. Тогда 14-летний подросток Арни пожал руку самому сильному мужчине в мире. И это оставило настолько сильный отпечаток у Арни, что он до сих пор не снимает их совместное фото со своей стены. А кто ваши кумиры, пишите в комментариях. Всем пока.